Около 30 человек разных профессий и возрастов в субботу собрались в конференц-зале стадиона «Текстильщик». Всех их привела сюда страсть к футболу и любовь к Ивановскому футбольному клубу. Болельщики из первых уст смогли услышать ответы на интересующие их вопросы. Большинство из них задавались главному тренеру команды Дмитрию Парфенову. Например, кого можно считать главным соперником красно-черных в новом сезоне? Я думаю, Химки, Псков, Локомотив, Север, Тверь, Смоленск, Орехово, Коломна. А что вы говорите? Команд 10. Все бьются, все играют. Я приехал в Долгопрудный, вы думаете, главный тренер там не хочет занять первое место? Я с ним разговаривал, он также хочет занять первое место. Он же не хочет занять 8-е, 9-е, 10-е. Поэтому любая команда это конкурент. Традиционную встречу с болельщиками посетили и игроки «Текстильщика». От старой гвардии вице-капитан Андрей Романов и полузащитник Александр Брунов. Но в центре внимания фанатов – новые лица, свежая кровь в команде. Например, Виталий Диков. Родился в Узбекистане, в городе Фергана, а воспитанник футбольной школы Краснодара. Ну, не Краснодар, который сейчас, а есть был центр Краснодар 2000. Кстати, это та же школа, что воспитала любимца ивановских болельщиков, не так давно покинувшего «Текстильщик» Константина Подкорытова. Возможно, Виталия ждет тот же успех в нашей команде, по крайней мере, начало положено. Уже в первой кубковой встрече с «Динамо» новичок забил дважды. Впервые на встрече с ивановскими болельщиками оказался и Вадим Евсеев. Он поделился своими впечатлениями от месяца работы в команде. Я во многих местах был, где вторая лига, даже первая, тут условия приличный, поэтому для нас все открыто, только от нас зависит, от игроков, от тренерского состава, от руководства, от администрации и от вас, от болельщиков. Поэтому я с удовольствием подработаю. Еще одним героем встречи, пусть даже неодушевленным, но приковавшим к себе абсолютно все взгляды болельщиков, стал вот этот кубок за третье место в прошлом сезоне. Результат работы клуба в прошлом футбольном году и источник надежды на то, что в новом сезоне на месте этого кубка будет другой за первое место в чемпионате. Наталья Романова, РТВ Иваново.